дождливый, но счастливый для нас день, потому что у нас есть возможность созидать вместе с вами Bless Us Power New Soul Worship, New Soul движение. Что ж, давайте начнем. Надо, наверное, познакомиться. Дим, давай начнем знакомиться. Итак, позвольте представить. За клавишами. Пианист, у которого на самом деле 6 рук, просто 4 из них вы не видите. Но когда он играет, это 6 рук. Дмитрий Лукин! Встречайте! Soul Guru Bass Guitar Петр Дольский! Давид Сагаманец! Yeah. Супер ритм! Любимчик! Вартан Бабаян! Перкуссионер! Ну и виновник названия Black Sax Power Тим Хазанов! Дорогие друзья, кто не знает, не рекламирую, а хвастаюсь от души за нашего человека. Он придумал и сделал марку саксофонов. Вы видите, они у нас висят. Давайте поддержим. Они сейчас лучше играют. Играют сами. Первая композиция, которую мы сыграем, она называется Congratulations. Она как раз посвящена этому событию, созданию марки саксофонов.
начинаем совместное созидание. Глубоко уверена, что каждый живой концерт именно тем и хорош, что мы его вместе с вами делаем. Мы неотделимы от вас, часть, а вы от нас, неотделимые люди. Вера, да. Да, да. Продолжаем. И сейчас немножко другая тема, но тем не менее не особо, это хорошо. Она называется «Ангел 727». Если кто-то сомневается в их существовании, напрасно, они есть. Thank you.
еще, дорогие друзья, это был ангел, да, вот шкатулку сбегаю, волшебник. Анна Королева, друзья, Анна Королева. Анна написала специально все произведения, которые мы сегодня будем играть здесь. Написано только ей. Мы играем. Вот. Она написала специально. Мы вообще собрались, сделали такое Black Sax Power движение, потому что я сделал саксофон, который называется Black Sax. И Аня под впечатлением от саксофона написала целую программу композиций, которые нам приходится играть теперь постоянно. И мы получаем от этого удовольствие. Надеюсь, вы тоже получаете от этого удовольствие. Вам нравится? Как настроение, друзья? Совсем другое дело. Аня Королева. Очень скромный человек, очень талантливый, написала 100 композиций. Мы играем по нотам, друзья. Мы играем по нотам, не по свадьбам. Сегодня я хотел сказать. Это у нас, да, вот такой обидный юмор. Дорогие друзья, следующая песня. Я не пойму, чего у нее название такое, но она называется «Тебе просто приснилось». Знаете, бывает такое 3D в жизни с людьми происходит. Вроде как было, не было, показалось, не показалось. Но порой этот 3D загоняет в такие раздумья. Ну, дай бог, чтобы 3D у нас были только приятные, да? Связанные с самыми лучшими мечтами и замыслами. Thank you.
Он с нами. Следующая песня называется «Where's my coffee?». Вы спросите, что это дурацкое название. Да нет, оно двойным смыслом. Когда хочешь спросить одно, а получается, ты будешь спросить, где мой кофе? Это так. Одна из вариаций, понимаете, да. Thank you.
Советский Дмитрий Лубдин, Дарья Сагаманян. Ну вот, дорогие друзья, а то вы сейчас обидитесь, что мы не поем, и убежите. Сейчас будем петь. Правда, сейчас будем петь. Петь будут ребята. Ну, там иногда у нас очень талантливые, молодые музыканты, девочки, которые уже... Каждая сама по себе солист. Выходите, девчонки, где вы там? Thank you.
Ну что, немножечко отдохнем и... Ну, где ж ваши планы? Спасибо, дорогие друзья. 5 минут отдыха и... Там еще музыкальный подарочек. Хорошо, попробуем. Дорогие друзья, что-то я вас очень плохо слышу. Thank you.
хочу напомнить, что Анна написала все композиции, которые сегодня мы играем. Анна Королева написала все композиции, которые мы играем сегодня, друзья. Анна Королева. Замечательные наши друзья. Это Дмитрий Лугин. Дмитрий Лугин. Соло, клавиши, Родос. Анна Королева написала все композиции, а Дмитрий Лугин играет сегодня все соло. Все соло играет Дмитрий Лугин. Я хочу напомнить, что все, что мы делаем сегодня, мы планируем делать Black Sex Power с сентября периодически, каждый, не знаю, каждый день пока не знаю, но в этом замечательном клубе, в клубе Алексея Козлова, хочу, чтобы вы поаплодировали, замечательный клуб, замечательный звук здесь, и нам очень приятно здесь играть. И все композиции Ани Королёва, которые написала, посвятила замечательному событию, саксофону Black Sax, который производится, продается в России. Это наш стартап-проект, и Black Sax уже доступен в России. Мы этим очень гордимся. Кому интересно, у нас есть blacksax.ru сайт. Там вы можете... Кто хочет также научиться играть, как играет Аня Королева на саксофоне, и писать такие же замечательные композиции. blacksax.ru, ждем вас. На басу, конечно же, Петр Дольский сегодня. Петр Дольский, бас-гитар. У него немного соло сегодня, но Петр Дольский сегодня на бас-гитаре. На барабанах Давид Сагованян. Давид Сагованян, соло барабаны, друзья. Вартан Бабаян на перкуссии. Вартан Бабаян. Следующая композиция. Написал, вы знаете кто, да? Не я, не я. Все соло, Дмитрий Лукин. Forget about your crappy town. We'll make happy night.
план набирает силу благодаря вашей поддержке, дорогие друзья. В этом тюмашкам! Отлично. Так, ну вот, теперь сейчас песня про любовь. Люблю я тебя. Thank you.
веселая баллада, да. Дорогие друзья, давайте рэп почитаем. Ну что, думаете, я не шучу, я серьезно говорю. Ну да, на самом деле, вот мы записали такую рэп-балладу, наверное, это правильно всего так назвать, да? Вон им виднее. Она называется «Я не понимаю». Шутер, шутер. Скромные просто. Я нужна ваши ручки.
Ничего. Спасибо, дорогие друзья. Ну да, такая, да. Ну да, да. Ничего. А вы думаете, что, да, вот, ну, когда грув создается совместно, интересно сейчас.
замечательные друзья, желающие на жизнь танцевать. Я думаю, что пора пробить, иначе нельзя.
все, друзья, Black Sax Power, ждем вас в следующий раз. Анна Королева, Анна Королева. Дмитрий Лугдин, Дмитрий Лугдин, клавиши, друзья. Петр Дольский, бас-гитара, Петр Дольский. На барабанах Давид Сагаманян, с барабана Давид Сагаманян. Перкуссия, Вартан Бабаян, Вартан Бабаян, перкуссия. Наш замечательный бэк-вокал. Только Аня Королева знает их имена, больше никто в этом году. Это секретная команда. Тим Хазана! Ее Лесок! Ангелина Хайдар, запоминайте эти имена, скоро ждем подъем, не торгуй. Татьяна Майворонская, Василиса Саваскина. Анна, вот она наша птичка, здрасте. Дорогие друзья, спасибо, мы вас ждем. Надеюсь, что мы вместе будем в этом движении с вами идти с удовольствием дальше. Спасибо!